Сегодня Солодов Владимир Викторович подал полный пакет документов, который предусматривает законодательством, и выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. И за эти два месяца очень серьезно погрузился в жизнь региона, изучил ситуацию, разработал конкретный предметный план развития Камчатского края. Главной, единственной целью, которую я вижу для руководителя региона, чтобы жизнь каждого гражданина, проживающего на территории Камчатки, становилась лучше. Именно из этого я исхожу в своей каждодневной работе. Теперь следующий этап, который предстоит пройти кандидату, это заручиться в поддержку своего выдвижения 4741 подписью избирателей и пройти муниципальный фильтр. Я напомню, что муниципальный фильтр у нас составляет 10%, и из 580 депутатов, которые зарегистрированы в соответствии с уставами Камчатского края, представить в избирательную комиссию Камчатского края 58 подписей минимум и 60 подписей максимум.